28 февраля 2013 года команда от Лужского городского поселения приняла участие в фестивале молодых избирателей в городе Гатчине. Всего в фестивале приняло участие 19 команд из Санкт-Петербурга и практически из всех городов Ленинградской области – Соснового Бора, Выборг, Ладейного Поля, Сланцев, Тосно, Волосово, Гатчины и Луги. По итогам фестиваля лужская команда призового места, к сожалению, не заняла, а победителями стали: первое место команда Волосовского района, второе место команда Гатчинского муниципального района, третье место команда Государственного института экономики, финансов, права и технологий из города Гатчина. Прокомментировал итоги фестиваля заместитель председателя избирательной комиссии Ленинградской области, почетный член жюри Скоробогатов Владимир Александрович. Сейчас только закончился фестиваль молодых избирателей. Это пятый фестиваль, который проводится в Ленинградской области. Он проводится областной избирательной комиссией совместно с комитетом по образованию и с комитетом по молодежной политике Ленинградской области. На этот фестиваль в этом году приехало 19 команд. Это один из самых хороших показателей за те 5 лет, которые проводится этот фестиваль. Хочу сказать так, что приехали команды очень заинтересованные в том, чтобы поучаствовать. Цель и задачи этого фестиваля, они просты. Сегодня это школьники, завтра они уже избиратели, и не только избиратели. Вполне возможно, как это обыгрывалось во время фестиваля, что некоторые изъявляют желание быть и кандидатами в депутаты. Это не запрещено. На будущий год, в сентябре 2014 года, в Ленинградской области будут проводиться выборы в органы местного самоуправления. И вполне возможно, что некоторые из участников данного фестиваля будут выдвигаться кандидатами в депутаты. А то, что все 18-летние обладают активным избирательным правом, это на 100%. И мы очень надеемся, что не только участники фестиваля, но и их друзья, их подруги, их родители вместе с ними будут принимать активное участие в ближайших выборах. Юлия Герман, Владислав Лань, Лужские вести, Лик ТВ.